Здравствуйте. Скажите, как вас зовут? Валентина. Валентина. Вы проживаете здесь, да? На жилплощадке? На жилплощадке. А сколько вам лет, бабушка? 79. 79 лет. Скажите, а вот здесь сейчас жилплощадку, мы знаем, что перемирие существует, развод сил. Вообще есть такое или стреляют все равно? Все равно стреляют. А в ваш дом были попадания? Раньше было трошки с тієї сторони. С котельной и вот с этого дома, 17-го и 10-го. У меня тоже вікна на балконе разбиты, в сусідки вікно разбиты, так что было. Так, мы поставили. Сегодня благодаря жителям города Чехова, которые жертвовали свои средства на концерте Юлии Славянской, мы приехали, проведали вас, вот, привезли продукты. Мы знаем, что пожилые люди очень нуждаются в нашей поддержке. И поэтому наши братья-россияне тоже не забывают нас и помогают. Огромное спасибо вам и низкий вам поклон, ребята, за то, что вы помогаете старикам. Да. Спасибо. Спасибо и вам. Спасибо и вам, да, что помогаете нам. Да.